эксплуатация изделия устойчивая. Секунд. Давление в камеру. Если у ученых задача, у российских ученых задача вот изучить лунную воду, то у самого Роскосмоса, у разработчиков космической техники, у них главная задача просто сесть на Луну, научиться вернуть прежний советский опыт и научиться по новому поколению разработчиков выполнять эту задачу. Сейчас более активно видна конкуренция между Китаем и США по исследованию Луны. Но нужно понимать, что исследование Луны – это не цель. Цель – это именно политическая конкуренция, противостояние, такое мирное противостояние двух сверхдержав, ну и ряда других стран, которые тоже там претендуют на звание космической сверхдержавы. Это там и Россия, Индия, Япония –